Ну, дорогие друзья, я стою на улице Мира. И сейчас она называется Сипатай-Батыра. И кто помнит, это вот Джамбулская ТЭЦ. 4, по-моему, даже называлась. ТЭЦ-4. Может, кто работал здесь. Вот посмотрите, как сейчас она выглядит. Тут практически мало что изменилось, что на улице, что напротив. Ну, разве только что эти вот предприятия, которые здесь были, они поменялись, перестали существовать, может быть, новые какие-то появились. Но в основном я вижу, там они бездействующие. Ну вот это ТЭЦ район.